Всем привет! Хочу показать вам нашу классную обновочку. Наконец-то мы приобрели для Джека вот такую автомобильную подстилку на заднее сиденье. Мы достаточно часто ездим на машине, и практически всегда Джекушка едет с нами. Едем ли мы кататься на горных лыжах, либо же все вместе едем на рыбалку, на какую-то породную джека-встречу или в ветеринарную клинику, да даже просто выехать всем вместе погулять в парк или на природу. В машине Джекушка, как говорится, всегда в свободном плавании, то есть мы не сажаем его в переноску, потому что он любит смотреть по сторонам, любит глазеть в окно, на проезжающие автомобили, на людей, на собак. Ну и сами представляете, что после таких поездок машина превращается практически в настоящее шерстяное одеяло. Шерсть просто везде. А так как наш Джек гладкошерстный Джек Рассел Терьер, то вдобавок ко всему вот эта вот шерсть, как иголочки, впивается в тканевую обивку машины. И вот не прошло и 13 лет, как мы наконец-то созрели на такое полезное приобретение. Это накидка на заднее автомобильное сиденье от бренда Триол. Я ее еще не распаковывала. Давайте же скорее вместе откроем, посмотрим, и я вам покажу, что же из себя представляет вот такая автомобильная подстилка. Достаточно большая и красивая накидка с классным принтом. Мне он очень нравится, я специально выбирала именно такой яркий, красивый принт, чтобы он был не однотонный. Обратная сторона – это что-то типа плотной пленки, а это значит, что она непромокаема. И даже если собачка запрыгнет в салон автомобиля с грязными, мокрыми лапами, с такой накидкой это не страшно. Я прочитала, что она универсальна и подходит абсолютно для всех моделей авто. Очень удобно, что вот здесь есть два отверстия на липучке. Через них можно вытащить фиксирующую защелку, замок, ремня безопасности и потом пристегнуть к нему собачку. Подстилка сделана из очень прочного материала. Такую ткань просто нереально порвать, что для нас очень актуально. Как и все шелопопы и сорванцы, повинуясь инстинкту своих предков, Джек любит погнездиться. Именно так предки собак, волки разрывали себе норку, гнездились, чтобы было теплее, уютнее и устраивались на ночлег. Так вот, во время такого гнездования Джек начинает усиленно рыть лапами диван, кровать и также автомобильное кресло. И вот в машине я как раз ему запрещаю это делать, так как он очень быстро может разорвать всю обивку когтями. Но с такой прочной тканью рой, Джекушка, сколько тебе угодно, и с подстилкой ничего не случится, то есть она надежно защищает сиденье автомобиля. Вот посмотрите, ткань немного пористая, то есть собачка не будет соскальзывать, она будет спокойно, уютно сидеть. Плюс ко всему, что вот эта вот ткань, она отлично поддается чистке, и ее даже можно стирать в стиральной машине. Вот посмотрите, подстилка очень легко накидывается на заднее сиденье, я это делаю без особого труда. Вот здесь сверху предусмотрены специальные ремешки, которые просто накидываете на подголовники. И при помощи вот этих регуляторов длины подтягиваете накидку под габариты сиденья именно вашего автомобиля. Так, сейчас я все хорошенько расправляю, чтобы все заднее сиденье было закрыто полностью. И вот здесь я уже показывала, есть специальные прорези на липучках. И из одной из прорезей я достаю фиксатор ремня, чтобы потом пристегнуть Джекушку. Ну, конечно же, самый главный контролер уже тут как тут. Занял свое почетное местечко. И к накидке мы сразу приобрели вот такой замечательный специальный автомобильный ремень безопасности для собак. Это бренд Гамма. Карабинчик ремня застегиваю на ошейник и вставляю замок. И просто подтягиваю ремешок так, чтобы Джек мог спокойно смотреть в окно, но не скакал по всему салону. Ну вот и все, вот такая красивая, прочная и, самое главное, полезная обновочка для самого лучшего песика на свете. Нам с Джекушкой она очень понравилась.